Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Каждый день мы стараемся рассказать вам о самых важных и ярких событиях в мире российского шоу-бизнеса. Но, к сожалению, не всегда эти события приносят радость и удовольствие. Время от времени нам приходится делиться с вами новостями, которые омрачают нашу жизнь, новостями о потерях, которые невозможно восполнить. Сегодняшний день, к сожалению, принес нам такую новость. В эти минуты стало известно о смерти замечательной актрисы, много лет боровшейся с раком головного мозга. Трагическая новость появилась в личном блоге Анастасии Заворотнюк. Ей было всего 53 года. Эта яркая и талантливая женщина ушла от нас после долгой и тяжелой борьбы с болезнью. Анастасия Заворотнюк, известная многим по роли Вики в сериале «Моя прекрасная няня», покинула нас. Сложно представить, что ее больше нет. Сейчас ее семья занимается подготовкой к похоронам. Друзья актрисы рассказали, что ее похоронят не на престижных кладбищах Москвы, как многие могли бы ожидать, а в ближнем Подмосковье. Местом ее упокоения станет, скорее всего, Анкудиновское кладбище, которое находится поблизости от поселка Внуково в Новомосковском административном округе. Хотя это кладбище считается столичным некрополем, оно закрытого типа, новые захоронения там возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Именно здесь покоятся брат, невестка и отец Анастасии Заворотнюк. Это было сделано специально, так как неподалеку, в Крекшино, жила сама актриса, и ездить на этот погост было удобно. Возле семейного захоронения осталось место еще под одну могилу. Предполагается, что панихида и похороны пройдут в закрытом режиме. Семья Анастасии хочет избежать внимания зевак и журналистов. К тому же, гроб актрисы открывать не планируется за время борьбы с онкологическим заболеванием, она сильно изменилась. Очень важно, чтобы поклонники запомнили ее молодой и цветущей, такой, какой она была в лучшие годы своей жизни. Будет проведено церковное отпевание, Анастасия была верующей. При совершении священником за упокойного богослужебного чина церковь просит прощения грехов и дарования покойного упокоения в небесном царстве. Отпевание очищает душу от тлена, чтобы перед Богом она предстала чистой и смиренной. Поклонники боятся, что проститься со звездой сериала «Моя прекрасная няня» смогут только звезды и родственники. Но уже сейчас ясно, что могила Анастасии Заворотнюк может стать местом массового паломничества, как это было после скоропостижной смерти певицы Юли Началовой. Анастасия оставила глубокий след в сердцах многих людей, и ее уход – это невосполнимая потеря для всех нас. Дорогие зрители, спасибо, что вы с нами в этот трудный момент. Мы выражаем свои глубокие соболезнования семье и близким Анастасии Заворотнюк. Пусть земля ей будет пухом, а ее светлый образ останется в нашей памяти навсегда. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых важных новостей. Мы продолжим делиться с вами тем, что важно, и надеемся, что вместе мы сможем справиться с любыми трудностями. До новых встреч, и помните, что наша сила в единстве.